我们也注意到。Гуманитарные помощи предоставлены китайским правительством белорусской стране для борьбы с коронавирусом нового типа. Более 10 тысяч тест-систем для обнаружения вируса также прибыли в Минск. Сегодня в Минск также прибыла помощь противоэпидемическими средствами. Мы заметили, что после появления первой инфекции коронавируса нового типа в Беларусь, президент Александр Лукашенко уделяет огромное внимание и лично руководит тем, чтобы все ведомства белорусского правительства предприняли ряд мер для спокойного противостояния. И текущая работа по борьбе против эпидемии продвигается устойчивым, стабильным и упорядоченным образом. В обществе сохраняется стабильность. Китайская сторона уверена, что под личным руководством и командованием президента Александра Лукашенко Беларусь непременно одержит окончательную победу в борьбе с эпидемией. Хотелось бы выразить огромную благодарность всему китайскому народу за ту неоценимую помощь, которую они нам дают сейчас в это тяжелое для страны наше время. Все белорусские медики очень благодарны за каждый костюм, за каждую маску, за каждый респиратор. Это их жизни, это здоровье всех наших людей. Каждая посылочка от каждого, как говорится, гражданина Китая дойдет до своего адресата, дойдет до той больницы, куда она направлена. Оказана неоценимая помощь нашему здравоохранению и нашей стране.